llevas una más. Yo. No sé si también yo más una. Наши победили! Давайте вначале поздороваемся, он снимает. Тут не надо. Холодно, да? Это столы. Отпусти. Саня, Макдан, Юрик. Здрасте, Наташа, Зайка. Ну надо было взять с собой куртку, да? Слушай, не надо снимать все подробно, Юрий. А я подробно не снимаю. Вон Стелла, зуб Стелла. Стелла. Руфин! Вон, смотри, Руфин. Что ты слепой? Вон, наверху. Вот так. Вот ага. Руфин! Да, кидай Стелла, да. Так. Смотрите, 5 и 6 это ноги. И 6 штук. 5 и 6 это ноги. А 3?
Тарзан, как всегда, Тарзан, как всегда, один пьет. Где? Все, все разбежались, палатки ставят. Кто за рулем ехал? Она ехала за рулем. Мы ехали все трое по очереди. Ты на поляне была? А? На поляне была? Была, прочитала. Так, это Тина написано. Так, это Володя, это гости. Это что будет? Вова, сюда пойдем. Вова, пальчик! Принеси свои свечки. Марина! Как в это, в Люкверс в кино. Передай это, зайки. Вот это ухастай. Привет. Юрик. Юрик, Юрик. Ольга. Нет. Так, а Света?
думали, Тарзан с Лилей. Я такая, говорю, Тарзан, я уже на них. Странно, как это так Да что такое, блин? Там же это трактор, мне машину жалко, а? Там озеро такое красивое, наверное. Там, да. Было. Нет, на самом верху там озеро. Там, на самом верху? Еще когда есть? Сюда едешь, там да, озеро, там вниз спускаться. Там плотина, главное дело плотина, и так такой вид сразу. Там рыбалка, на наверное, блин, самый сенокос. Да, да. Но там не для нас, по-моему. Там уже, по-моему, заплачено. Это немцы. Это Германия, значит. Да? Так, ладно, я пошел. Бутылочку выпили. Бутылочку даванули. Я была еще одна, вот рубашка была, и свитер был, и джинсовая была бы. Дубак сильный вообще. Ночью сильно, вечером нет, а ночью. Сегодня может быть теплее маленько. Не думаю. Солнце уйдет и сразу похолодает здесь. Здесь холодно. Ларен. Какой флажок. Хотели большой, говорят, не дали. Это не хочешь, а не кофточку. Слушай, у них родина большими, мы маленькими привезли. Сейчас ты что, палатку? У вас родины не бывает за это? Не, у нас родины нет за Белоруссию. У них недорого. Легче было, да? Катали? Я сам ходил. Меня никто не катал. Снимать можно было на колесах. Здесь не покатаешься. Я вон залез. Анечка, пойдем на машину. Поэтому это пошло. Влази, не прячься! Вот, вот, тут вместе же. Ну точно это, они стояли на парковке. Не было. А я говорю, на встречу тоже. А я ждал. Мы так же сказали. Я думала, что мы начали сначала матрасы, следовали их помогать. Естественно, у вас же эти спальники, а мы не знаем, что это у нас. Нет, нет, эти маленькие, а я не знаю. Привезут еще, подвезут экстра. На заказ. Я закрою. Обещали еще наши австралийцы позвонить сегодня. Да? А, мне хэнди надо взять? Таня обещала позвонить с Витькой. Да, я знаю. Она сказала, она звонит по нашему времени. Надо будет админское фото принять, всем админам встать. Не заблудились? Хорошо доехали? А, нормально. Ну, что-то, блин, километраж... Больше, да, вышел? Да. 300 чем-то? Когда мы писали, это 360, 500 чем-то. А вы, наверное, 360 надо было через Битбург ехать напрямую. Я говорю, ничего себе, мне писали 360. Говорю, ты на сколько? Я говорю, не знаю, как они смотрели, я так посмотрела. Да. Скамейки туда поставить, а на лавочках уже это, потом возле костра сидеть. Я тоже так думаю. Я завезу их не хватит еще. Вот все, только 4 штуки. 5, 5 его. А что Андрея ута? Они же говорили, они с того, что я тебе помогаю. А Андрюхина подружка-то есть?
Она работает еще. Еще кузина приедет. У Андрюшки на родная сестра есть. Так какая наша Ольга? Ну, ты темненькая. В черной. В этом части. Нет, туда не хватает этого. Вот спать завалился. Я не знаю, что за ребенок. Да, что-то я хотела. Володя, у нас есть насос. Вот так. Кто застрял? Бояться с ним взять. Это, наверное, это. Рано, ты уже помпировал? На видео снимаю. РТ, Ройтлинген. А, ВВД! ВВД с Загой. Последнее, да? Нет. Нет, чё? Привет, это Юрик. Вера такая же на понтах. Сага, давай нарисую тебя. Привет. Юрик. Александр. Да.
Три вещи надо для у нас 4-5 мест свободно было без проблем. Ну, вот, вот в этом час. А не, у меня. Ну и свистит он. Ой, да! А я, ну, я, кстати, не понимаю.
ноги, да? Лара. Ой. Так, когда Лиза. Надо... Их надо убирать, можно убирать, что они не нужны. Да. Я давай убери, а то... Вывести на... Вот, две ночи спрашивают. Я три взял этих маленьких дигитальных кассет и думал, потому что тут раз были на ранее. Виктор, у тебя нету в машине случайно. А никто больше никто не просит. Ну я четыре штуки взял. Я думаю, 4 часа материала, больше я не сниму просто-напросто. А батарейка себе, да? Твоим дурным капризом. Девочка, немочка. Чувствую. Девочка, немочка, гуляй, отдыхай. Ручкой помашу и скажу прощай. Русской девчонке уйду, не вернусь. Девочка, немочка, чус-чус-чус. Девочка, немочка, гуляй, отдыхай. Ручкой помашу и скажу прощай. Русской девчонке уйду, не вернусь. Девочка, немочка, чус-чус-чус. Девочка, немочка, девочка, немочка, немочка, девочка, немочка. Задавай свои вопросы, я отвечу на прямую. Я не знаю, там на столу уже покушали. Слушай нас. Ну что ты подслушиваешь? Ну про мужчин говорим, а ты подслушиваешь. Вот даже посплетничать нельзя спокойно. Ну, сразу нас слушают. Ладно, я потихоньку, чтобы не заметил. Так, так, так. Удивительно просто. Thank you.
не идет. Домой попадает, а не Да,
Вон, идите на скамейку. Не говори. Ты приехала, можешь снять шашлык, да? Ты будешь еще шашлык? Я тоже думаю, что ты Тут. Я говорю, там нужно стоять. Где, Оля, ваши места? Вот ихние стульчики синие. Это они ставили себе. Так, а что бы вкусного взять бы? Чего я не буду? Кристина, садитесь сюда, я пойду туда. Ира! Ира, встань. А говоришь, говорить неудобно. Ты подноси ему, главное. Подноси, самое главное. Ничего, не хочу, надо, наверное, положить как бы в тарелку. Ну, мне некогда, я же ее накладываю кушать. Здесь, по-моему, Вера сидит сзади. Мама, 4 Они же теперь муж и жена. Двигаемся. Так, не Нет, вот это, сколько ехали, столько собираетесь. На свои стулья. Заденься. Я наши. Короче, мы решили админу за то, что он нас всех собрал, премию выделить немецкую. Большой купюре. В одной правде. В одной правде. Пачки не было. Неразменной. Ого. Ура! Это Илья. Шашлык молодожены просили. Он просил вам всем передать этот тост. Лыбится стоит. Дастархан богат не тем, что стоит на столе. А дастархан богат тем, кто сидит за этим столом. Здравствуйте. Я достаю из своих широких штанин. Просто я ничего не говорю. Это Маяковский. Я читать не умею. Это кто-то добавляет. Тут может по-русски, Саша. Да, у меня, кстати, по-русскому было в школе. Дедушка, так, кого можно? Мне по-русски. Я не понимаю. Нет! Чтобы нас поделиться, Юра, не а хочешь другое сказать? А я между ними как раз сижу. Володя там сидит. Когда мы заходим в чат, поговорим так. Как Су и Вау. Ну как тихо, это лисицы братья. Опять урина. Никто так историю. Юра. Как правый на подводной лодке. Тут ты не погружался. Мы все не взлетал. Не взлетал под облака. На истребителе Орлов. На лыжах не спускался. Товарищи Павел. Он гладиатор сказал, что твоя мама противная, она вредная, она везде стоит вредная. Я говорю, тебя одна, наверное, Тарзан, ну что, настоящий? Да, настоящий, ты видал, как стегает через пушары. Теперь я видела, он настоящий. Ты доказал. Женщины вот первыми палятся. А я с мужчиной. Тогда я с тобой. Я не хотел. Я сейчас
композитор. Это куда ваши? А вы у нас сады сразу между пикелями. Да мы ж хотели по рыбу. Посмотреть, как вы деревня там. Как? Я говорю, мне надо что-то заедет сюда. Я набираю и продаю деньги, чтобы за мужку съехать. А потом мы уже в Германию гонили. Это самое. Я поехал. Валера, взять Стэмана, Петя Шин. Галя. Маленькие, лысенькие, на автобусе работают. Давай я тебе решили. Вот это родственное. Мы слёжем. Там такая бабушка. Ни у кого нету зубоковыряла. У нас есть разные мужики. Какая моча? Так, я сейчас сфотаю. Ну, блин. А это тоже хочет найти. Вера, ну спасибо. Ты человек, Вера. Ну держи. Опа! Ты человек. Я тебя еще обделил. Кого? О, какой удобный матрасик. Здрасте. 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 Друг друга, да, хоть? Снимали. Ай, сына! Люди, люди! Сюда, сюда, все, все, все! Так, Юра, несправедливо. Это я, наверное, попала. Говорит, что...
Есть куда передавать, я нашел. Я не знаю, это уже Оля придумала. А, ты снимаешь, да? Мы тогда не будем снимать. Что бы это? Можно одну тележку? Вот зайца не ел. А я с педиком не разговариваю. Тихо, мальчики! Так что? Люди! Виталика! Играть будем! Вау! Этот собак меня укусил сейчас. Там 4 трансрезонские все будут. Давай в 2 часа ночи. Он говорит, а что в 2 часа ночи? Давай пойдем с тобой в 12. Я на него такими... Ты только с работы пришла, он в 12 уже на рыбалку уходит. Я говорю, что это такое? Он говорит, ну что ты капец, я уже в 4 утра дома буду. Я говорю, ладно, хорошо. Они тут быстро, значит, братец там собирается, он здесь собирается. 4 часа утра. Ни хера не поймавшие, намерзавшие, они злые, они возвращаются домой. Это значит раздевается, значит включает. Я на него так смотрю, говорю, да что такое? Он говорит, что? Пусти меня, я, говорит, замерз. Я говорю, ну что на тебе одето? Он говорит, Оля. Со мной такого произойти не может. Нету ничего! Еще и зайцкие трусы! Ольга, это игра! Сейчас Светку, когда Юрий раздевается, в негатив, промокший и без трусов. Оля, на моем кадре остается. Все? Это я вставлю в видео, Оля. Что, это в интернет пойдет? Смеешься, это Ольга была, это не я! Это она! Это не я! Она предательница! Это она!
Даем, предатели! Трусы! Так, началось! А чьи трусы? Вот это вот мужской карманчик. Который побольше. Который побольше, ну мужская рука. На задницу, да. Да, на попочку. Подожди, попробуй. Женский карманчик. Наталья, куда ты ушла? Пойдем, где карманчик? Короче, короче так. При слове, когда вы залазите в карманчик и достаете, там есть маленькая записочка. Вот так, дальше. Это может быть трусы. А у меня сегодня в трусиках. День рождения. Отдохни. А ну отдохни у него. Спать будешь. У меня сегодня в трусиках тест для женщин. Не плохо. Только сегодня, что ли, веселее стало? Ведь я бы задумался бы. Она читать не умеет. Сколероз проклятый. Площадь большое. А у меня сегодня в трусиках. Ай, свай, полиция. А у меня сегодня в трусиках Берлин, ей пока не покорился. Вот так вот. Ты кого имеешь в виду? Сколько в Берлине населения? Ты весь внимание. Надо вот здесь быть. Нет, ты вот сколько миллионов? Так, внимательно, внимательно. Внимательно. Одну, пожалуйста, две не надо. Ой, а что вы выбрали? Громко, типа. А у меня сегодня в трусиках чудо-тренажер. Короче, ладно, давайте, тихо. На прокат даешь? Тихо, ну не все берет, честно, один. Очередь запись. Остальные все положат. Ну не подглядывай, ну ладно. Давай. Чувствую, как камера. Но все так ждут, давай. Что там у тебя в трусиках? Давай гол в свои ворота. Раскручивай уже. Ну давай. Бывало сегодня. Валера. Это ж тебе не примат в интернете? Можешь читать. Да. У него порнуха. Что, крыша поехала? У него в трусиках крыша. У него в трусиках крыша поехала. Мне кажется, это от вируса. На пупке. Что? На пупке. Пизделушка на пупке. А посмотреть можно? На видео. Пизделушка, сказали же. Пизделушка. Пизделушка? Да. Не слышали? На пупке. На пупке. Ты что говоришь? Ты все равно потом обрежешь. Конечно, обрежешь. Что это сказать? На букву П. Пизделушка. Что-то все уходит. Тихо. Это одна или много? Там 7 штук. Ира, ты с мужского кармана потащила. Одна. Читай громко. Громко. Как сохранить форму? Действительно, я так об этом забыла. Добреть, еще раз добреть. На зиму надо запасаться, да? А у меня в трусиках оргазм. Еще такое намы, да? А ничего не... Подожди. У него только сегодня нет, завтра утром. Бля, хотел нет, что... Ты как говорил, с утра? Оргазма нет. О, все, видно? Я еще проделал. А у меня есть. Все классно. А нет, другой секрет. Ой, это что, она сейчас скажет, что у нее оргазм есть. Тихо. Слушайте. А у нее есть оргазм сегодня. Я на поиски пойду. Что, где, когда? Вот это было, смотри. Если у него оргазм, я на поиски пойду. Бля. О, бля. Тихо. Бог не микишка. Тихо. Я не тоненько. Тихо. Поглубже, но не всегда хорошо.
А у меня сегодня в трусиках носите где хотите. Носите где хотите. Тихо! Даня, тихо! У меня сегодня в трусиках Вовочка! Тихо, еще раз! У меня сегодня в трусиках Вовочка! Вовочка! Где Вовочка? Только сейчас, только для вас вы где? А у меня сегодня в трусиках молодежи нужна работа! Громко только. У Юлика сегодня в трусиках... Подожди. У Лены, тихо. Коврик, рукавица и колпак. Все. Так, у Юрика. Эй, куда это? Ты что, не надо? Тихо. Не надо найти громко. У меня пальчики. Как порядочный. Ты там двумя пальцами, над рукой, если что-то двумя ходит. Тихо, громко. Слушаем. Давай. Прибор для слепых. Увеличить. Можно спереди? Нет, спереди для женщин. Давай. Спереди для женщин. Ну давай, вот пальцы. Я сзади не люблю. Дай ему спереди. А можно я второй шанс? Можно, подожди, только по очереди. Ладно, так уж и быть. Исключение. Сзади, не люблю. Сегодня можно. Все хотят. Громко только. По-русски. Все по-русски. Нет, большими буквами. Тихо, электрон на него. Тихо, слушайте. Он ищет ее. Поздравляю! Аминь. Читай, громко. Тихо. У меня в трусиках. Ловись, рыбка маленькая. Слушай, у тебя губа не дура. Ах ты, карась! Дадим ошибку исправить. А вот он тоже еще... Мне что-то было, я не помню. Сейчас мы узнаем, сейчас мы сравним. Сейчас мы сравним. А у меня в трусиках некоторые признаки влюбленности. Девочки, в сторонку отошли, кабель несем. Еще есть. Валера, иди сюда, я тебе ошибку исправлю. Иди сюда. Ну-ка, что тут? Так, а у меня в трусиках малые детки спать не дают. Большими сами его снимешь. Большими сами. Что, Валера? Ну, говори громко же. А у меня есть в трусиках. Я из Одессы, здрасте. Громко только. О, то дурак был. А ты знаешь, что нет популярности блондинок? Главное его. Хорошо. Много лет этот сом ходил, где плотина. Там, короче, стоят сетка такая, чтобы рыба туда не проходила. Сетка отверстия. И эта зараза постоянно под мостом утром рано проходил туда, в плотине, и хавал рыбу. Там ему что, раздолье, рыба. Миллионы. Это кто-то? Сом. На Копчегае был. Ну, и он сам хавать ходил туда. 120 килограмм или сколько там? Он там до хрена был. Яйценосцы! Полтора она вообще, да. Здоровая. Вот он вытащил. Двухместная, да, она? Вытащил с нее. Не идет сегодня у меня. Не идет у него сегодня. А у меня в штанишках. Встать! Жизнь идет! Идет, видишь, а ты жалуешься. Я что ли? Ой, мы сумки были, и сумки не были. Вот этот жизнь идет. Фотку привязал ему кукан, ребята. На, Оля, оставь это уже на будущее. Это же твоё, блин. Лёва, только громко, пожалуйста. Валя! Валя! Слушай. Валя, вообще. Тина, слушай громко. Только ты, пожалуйста, громко. Смотри, Тина, он глазами на тебя смотрит. Смотри.
В общем, заместитель курочки. А что ты его там? У него сегодня в трусиках. Заместитель курочки рябы. Ты будешь смотреть. Он только может яички тебе нести. А ну что у тебя в трусиках-то? Ну-ка, расскажи-ка. Качай его! А мы его качаем! И это правильно, и это верно. И это верно! Ирина, ты еще бы заулыбнулась! Я выходила, я не могу, 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 я не мог
Все девчонки плачут, это все не ново, если казанова.
Everybody, cheers!
Ну-ка, помахайте хоть бутылками. Машину положи. Ну, она мне отдала, как на, держи. Это вы откуда? Вино? Такого никто не пил. За место заплатили, нам еще пивом напоили и вино дали. Так вы у этого хозяина были? Да. Хозяина. Вот три штуки дал. За 200 евро 3 бутылки купили. Да, вообще. Да.